Меньше чем через неделю начнется весенний призыв в казахстанскую армию. В этом году к срочной воинской службе подлежат 29 тысяч молодых людей. Из них 12 тысяч будут призваны этой весной. Защитники Родины будут направлены в воинские части службы государственной охраны, Национальной гвардии и пограничной службы КНБ. Оставшиеся 4 тысячи призывников пополнят ряды вооруженных сил Казахстана. Призывные и медицинские комиссии к работе уже готовы. По данным Министерства обороны, в этом году 80% военнослужащих составят контракт, оставшиеся 20 – солдаты срочной службы.